В рамках реализации президентского проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в селе Ромашково построят новую поликлинику с дневным стационаром. Ее смогут посещать до 350 посетителей в смену. Здесь будут созданы самые современные и комфортные условия для пребывания пациентов и работы врачей. Новое учреждение здравоохранения оснастят всем необходимым оборудованием. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.